Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот мы с вами сейчас проходим очень радостное время после Пасхи. Радостно и потому, что наступает лето, правда, бывает похолодание некоторые, но это уже никуда не денешься. Но так или иначе мы ходим в летний период, прекрасный, радостный. И после Пасхи в церкви мы слышим чтение, во-первых, книги «Деяний святых апостолов», где рассказывается о том, как жила церковь после воскресения Христа, после Дня Пятидесятницы, сошествия Святого Духа. Поэтому нам очень важно тоже перечитывать по главочке в день хотя бы эту книгу, потому что важно, мы продолжаем жить тоже после воскресения Христова. А в качестве евангельского чтения читается в церкви Евангелие от Иоанна. Оно, в отличие от трех других Евангелий, Матфея, Марка и Луки, дает именно богословское осмысление событиям земной жизни Господа Иисуса Христа. Почему и церковь так и озаглавила Иоанна Богослова. И для нас, конечно, очень важно. И вот эти пять воскресений, которые мы уже прошли сегодня, пятое, мы слышим чтения, которые нам говорят именно о приходе к вере, о самом главном. Потому что однажды спрашивают люди Иисуса, что нам делать, чтобы творить дела Божие. Иисус говорит очень кратко. Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Вот и эти все дни, пять воскресений, нам и рассказывают о приходе к вере. Первая, помните, неделя о Фоме, ученик, который усомнился, что Господь воскрес, пока не увижу сам, не вложу перстов моих, не поверю. И Господь приходит к нему и говорит: «Фома, иди, вложи персты свои». И он сразу: «Господь мой и Бог мой», сразу уверовал. Это вот пример того, что сомнения не страшны для веры. Вере противоположно не сомнение, а равнодушие. Потому что, хотя Фома и не поверил ученикам, но потом пришел все, чтобы все-таки искал этой веры. А бывает человек, ну, сказали, я не верю, все, ушел равнодушно. Вот. А когда человек ищет, стучит, то Господь ему открывает, приходит к нему. Следующее воскресенье о женах-мироносицах, которые мы знаем, известны прежде всего тем, что Господь им первым явился воскресшим. Вот другой путь встречи с воскресшим Христом, путь любви, путь верности. И на этом пути Господь тоже встречает их. Далее мы видим, слышим неделю о расслабленном, человек, который 38 лет, всю жизнь лежал, ожидая возможности получить исцеление от этого источника, и никто ему не помогал. Но он желал, Господь спрашивает его: «Хочешь ли быть здоров? Может, уже привык к такому состоянию, да пусть и ладно». «Нет, хочу, Господи». И объясняю, почему не получается. Господь говорит ему слово. Он верит, берет свою постель, несмотря на то, что была суббота, и получает исцеление. Затем мы слышим Евангелие о самарянке. Женщина с непростой судьбой, очень нам понятно все это. Пять мужей имела, который сейчас не муж. И тем не менее Господь с этой простой женщиной говорит о самых возвышенных вещах, что поклоняться Богу не на том месте, не на том, а в духе и истине. То есть можно везде, лишь бы было духовно наполнено. И она идет, и уже это, об этом говорит односельчанам, приводит к ним Христа. Он ей говорит, так очень редко говорит: «Да, я Христос, кого вы ожидаете, это я». И вот сегодня это неделя о слепорожденном. Рассказывает нам Евангелие. И вот здесь тоже такие очень важные моменты этой встречи слепорожденного со Христом. Прежде всего у учеников возникает очень понятный вопрос, возникает он очень часто и у нас. Почему человек родился слепым?
он согрешил и родители его. Ну, немножко странно, какому согрешитель, что родился слепым. Но по воззрениям иудейским того времени младенец мог согрешить уже и в чреве матери. Нам это немножко странно, но, во всяком случае, так было. А Господь отвечает, не он и не родители. Вот. Но это для того, чтобы дела Божии явились на нем. Очень важный тоже для всех нас вопрос, когда что-то происходит плохое, страшное, неприятное, почему это произошло? А Господь нам говорит, не почему, думайте, а для чего? Дела Божие. Вот мне дано делать, говорит Господь, но не только самому, а через людей. И вот многие несчастья, которые происходят с нами, рождение больных детей, какие-то болезни и прочее, прочее, это все, конечно, следствие падшего греховного мира, который из-за сопротивления темно-духовных сатанинских сил, так сказать, случаются такие несчастья. И дело Божие, то есть через нас, когда Господь тем самым призывает людей искать методы излечения с помощью науки, с помощью дел милосердия и прочее, прочее, вот это дело Божие являться на таких вот бедных, несчастных людях. И исцеляет его, делает брение, такой мазь из слюны и земли, и мажет глаза, и он получает исцеление. Но перед этим говорит, иди на купальню села и омойся. То есть не только чудесное действие Божие, но и усилия самого человека. Вот это очень важно, потому что когда мы чувствуем призыв Божий, мы должны делать навстречу усилия. Мы должны читать Евангелие, следует, так сказать, вот не так, как некоторые люди говорят, ну вот когда у меня есть настроение, читаю, когда нет настроения, ну все как-то все равно. Нет, надо усилия с нашей стороны тоже. Бог идет к нам, а мы идем к Нему навстречу. Тогда и происходит встреча, как и здесь произошла эта встреча. И вот этот слепорожденный получает исцеление, тоже происходит в субботу, и его начинает спрашивают так с пристрастием, почему, что за человек, как все это получилось, все. И он отстаивает свои взгляды, он исповедует, вот, что это было чудо, что он верит, что это пророк, это не просто какая-то случайность такая счастливая. Нет, это был пророк. Вот, и отстаивает вот, свою встречу со Христом как что-то совершенно необыкновенное. И вот здесь мы видим вот эти три этапа, которые проходит каждый человек. Тьма, пока не видим, не веруем, не знаем. Вот, и первый, следующий этап – встреча со Христом, проблеск света. И третий этап – идти за Ним, отстаивать эту веру, свидетельствовать о ней, что и продолжает делать Церковь после воскресения Христа. И апостольское чтение как раз и рассказывает об этом, и вот обращение темничного стража, тоже такой образ соответствует, как вот этот слепому темничный страж, хотя он был, так сказать, человеком здоровым, звящим, таким видным, ну, честным служаком и все, но еще жил без веры. И вот когда происходит это чудесное событие, землетрясение, когда заключили апостола Петра и апостола Павла в темницу за то, что он изгнал вот этого самого какого-то духа из этой женщины-прорицательницы. Тоже такая сцена, такая ставит вопрос, почему она же правду говорила? Вот эти люди, рабы Бога Всевышнего, говорят слова спасения. Но поскольку дело это бесчинно, все время за ним ходит, кричит и так далее, ну, понятно, что это противоположно нашей вере, нашему исповеданию. Мы в Евангелии тоже неоднократно читаем о событиях, когда бесноватые кричат, знаем, что и Христос, Сын Бога Живаго и прочее. Но это не то исповедание, которое ожидает от нас Господь. Оно должно быть, так сказать, приличной по форме, не отталкивать вот так вот. Но так или иначе, обращение темничного стража, и он чувствует, что вот встреча какая-то произошла, и говорит, что делать, чтобы спастись? Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься. И наставляет Павел его, домашних его, и тут же преподает крещение. Ну, происходит, как мы сказали, хотя бы краткая, но все-таки катехизация перед этим крещением. И он тоже обретает радость веры.
Так что вот все это и нам говорит о том, что у верующих мы тоже должны продолжать усилия для исповедания нашей веры. И усилия это не только в чтении слова, молитва, посещение храма, но и, конечно, жизнь, соответствующая христианской жизни. Помощь, служение. Христианская жизнь – это именно как служение не себе, а ближнему. И любовь, сказано, не ищет своего. Вот давайте так, искать вот именно этих путей, стоять твердо на этих путях, не страшиться этого, надеяться на Господа. И Господь и нам будет давать силы и благодать для того, чтобы Его свет распространялся больше и больше среди нашего народа. Аминь.